Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на очередную серию замечательного прохождения. Какого замечательного прохождения? Ну, хотя, может быть, замечательно. В общем, просто прохождение о замечательной игрушечке Гномория. И давайте продолжать. Так, у нас, в принципе, музыка затихает. Наверное, сейчас пойдет атака. Прям в самом начале все... Так, что-то там, короче, урон-то нанесся какой-то, да? Я так подозреваю. Мама мия, два солдера. Вот это неплохое начало. Неплохое. Так. А что интересно по Хэллоуин? Давайте все-таки посмотрим. Кто-то ведь попался. Кто-то попался. Огр? Ну, кстати, крови нет. Крови нет. Возможно, солдат какой-то на себя принял атаку, да? И броня его защитила. Блин, слушайте, вообще урона нет. Да, видимо, по броне попал урон, и броня, может быть, там каким-то чудесным свойством поломалась, там, я не знаю. Ладно. Ну, давайте попробуем. Давайте вперед. Вперед. Врубайте. Куда ты, дурак, что ли? Куда он идет? Ресеттинг трап. Отлично. Вообще нашла время. Блин. Так, надо... Так, Урсула. Ты в каком у нас вообще отряде? Блин, вот и попёрлась, а. Так, где-то там есть. Блин, как посмотреть-то? 5 гоблинов убило. Так. Урсула, где же ты, сволочь такая? Ладно, насрать, давайте тогда, наверное, вот так вот сделаем. Так, что у нас, парень, 21, то есть... до 22. Опять час не успеем. Блин, какое неудобное время. Ладно. Давай так тогда. Еще бы как-то сортировку поменять. Надеюсь, она сейчас обратно побежит. Да, отлично. Отлично побежала. Так, давай первую тут уберем. То есть сейчас вот. Оп, все, врубил. И теперь тут. Все, сейчас, по идее, должны все собраться. Сейчас начнется месиво. Давайте, ребятушки. Так, кто у нас еще ожидается? Кто-то еще? Так, двое. Давайте всех подождем. Еще вот трое. Да-да-да, хорошо. Оп. Так. Ну, давайте на солджера. Так, этот со щитом, да, Хендекс? Ну, давайте его тогда. Пипец. И опять эти 4 что-то слакают. Пипец какой-то. Гоблин, сразу умирай. Первое, пипец. Ух, там железом неплохо дерутся. Йодрит, пенгидрит. Так, огр, смерть, шок. Блин, вот это месиво, а. Охо-хо-хо-хо. Че, у тебя там брони нет, да? Injured upper root, seriously injured, bleeding, fallen over. Так, окей, пока деремся. Так, это за броней сразу пошел. Да, надо здесь склад делать. Так, все. Отлично. Вроде как норм. Самое главное-то вот этих смотреть. Так, а у нас товарищ-то где там убежал? Без брони-то что у тебя? У тебя там какие-то тяжелые повреждения были.
Серьезная нижняя часть. Ну, нормально вроде как. Пока держится. Может быть, сейчас похилится. Так, ну, вроде нормально. Вроде нормально. Так, что у нас по потере? Никого, отлично. Я уже прям даже следить перестал. Так, все, труба. Да, все, ребятушки. Нам надо копать до железа. Иначе это добром не закончится. Надо копать железо. Бронза это уже не то. Пипец, конечно, пипец. Опа, 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 опа. Первый. Хорош. А кто у нас его хилит? Фермер. А у тебя сколько? Медицина. Медик. 9. Нашелся тоже герой жопа с дырой. Ну, может быть, захилит. Сильно повреждение. О, нормас. Так. Хорош. Вообще плевать, ребятушки, вообще плевать. Красота. Вот не зря построили, не зря. Так, ну что. Теперь надо, наверное, тогда делать медные, я думаю, да? Наверное, будем делать медные сейчас. Потому что у нас меди дофига. Ловушки, я имею в виду. Так, Sword Blade из меди, например, да? Хотя, по идее бы... Не, давай из меди. Меди у нас много. 25, 30, 40. Вот так. Сколько тут? 7, 35. Вот. 40. То есть получается, это у нас 8 ловушек. Нормально. Сделаем сейчас. Надо только саспанд убрать. Вот. И 50 еще останется. Нормально. Нормально. Хорошо, хорошо. В самом начале, блин, у нас же был так атака, а? Пипец. Главное, чтобы манты не приперлись. Эти-то гады вообще пипец. Так, ну что, делаем броню, наверное, да, думаю? Думаю, делать... Под броню надо здесь сделать. Под любую, чтобы, по крайней мере, сразу пошли переодеваться, как сломаются. Да, кстати говоря, неплохая идея. Давайте. Так, получается 4... Стокпайл. Наверное, сделаем где-то вот так. Вот так. Приоритет 1. Блин, а тут на еще и этот. Вот так вот. Так, и здесь у нас бот. Ворм не надо. Не надо, части не надо. Чисто мили, сон, хендекс, вот это вот, чисто боевые щиты и армор. Лезер не надо, бон не надо. Армор плейт не надо, хелм, брестплейт, полдрон, бут. Вот так вот, вот так. Так, товар Shield, Shield, Warhammer, Claim. Да, вот так, сделаем. Приоритет 1. Так, у боевых на у всех один делать. Так, и надо бы поставить сразу ящиков тут. Вот так поставим. Так, окей. Окей, окей, окей. Так, надо теперь только тут посмотреть, что у нас здесь. Здесь приоритетик 2 сделаем. Metal Tools. Пускай тут тоже будет, но приоритет там первый будет. Спиток какого-то. Кровь. Больше у нас не... Блин, жалко нельзя посмотреть вообще все, весь урон, который мы получили, то есть все раны. Вот это жаль. Было бы неплохо посмотреть.
На восьмой день, может быть, успеем даже до этого. До того, ну, короче, как-то к нам припрутся, короче. Новые гномы в этой серии, возможно. Так, ну что у нас, в принципе, блин, на двери ставить. Сейчас припрутся. Двери спасают, конечно, прям серьезно спасают. Очень хорошо, что они у нас есть, ядрен батон. Так, сколько у тебя? 2. Блин. Давай-ка, наверное, сделаем один тоже. Так как мы все равно управляем саспендом. Ну вот, поэтому, наверное, пускай приоритетик небольшой будет. Так, это Apprentice? Да. Это Apprentice. Сколько у нас, интересно, уже Iron Bar'ов? Подожди. Опа. А, Merchant, отлично. Падла! Зачем вот фокусироваться на нем, не понимаю. Просто бы написали, что типа, оп, пришел. Так. Да, манты что-то как-то не перерабатываются, не проха. Так, тут. Бары. 4 арен бара. Блин, надо бы броню, наверное. А что у нас по броне, интересно? Армор плейт из 2. То есть получается на брист плейт нам нужен 8 слитков на одну броню, офигеть. Долго мы так будем копить? Копить будем долго. Ну ладно. О, кстати, торговец. Кстати, торговец. Да, это деревянный. Ну, по крайней мере, ему можем сплавить. А мы нифига ему не можем сплавить. Единственное, только логов реально накупить. Вот так вот. И, наверное, продадим ему лишка... статуэтки не будем продавать, лишка яблок, потому что к нам могут припереться эти падлы. Так, Apple что-то там. Так, не то. Блин, короче, Woodlock, Pinelock, Cooper, Ore. Apple Clipping, это все не то. А, вот Apple. Да хрен его знает. Давай 150 продадим. 159. Так. На 190. А, пойдет. Вот, чтобы... не так много у нас было яблок, то к нам уже повадились тут двое. Ну вот, это не очень круто. Можно, кстати говоря, делать ловушки реально, которые открывают, например, пол, да? То есть до определенного уровня доходят, пол открывается, и они падают вниз, но это будет вообще имба и как бы неинтересно. Мне охота именно, так как волны у нас постоянно растут, мне охота именно попробовать выжить до той степени, когда мы уже просто-напросто не сможем отбивать. Вот это самое интересное. Вот, а когда сделаешь этих бесконечные, да, эти, блин, волны, и они будут просто падать и умирать там от голода, там, в каком-то там, в этом, то, как бы, ну, не знаю, такое себе. Можно так бесконечно играть. А так хоть какой-то стимул есть. Так, вот надо посмотреть, Урсула пошла все-таки пить, видать, к себе в комнату. Едрит, твен, едрит. Все-таки, видимо, пошла есть свою комнату. Так. Так, ну и нам надо бы, наверное, уже потихонечку, ребятушки. Давайте-ка, наверное, где-то поближе к железу, наверное, уже надо бы поближе к железу. Кстати говоря,
Не знаю, на каком там, на 25 уровне или что-то типа такого. Сколько всего тут? 90? Давайте где-нибудь вот здесь вот забуримся прям вот на минус 102. Где-нибудь вот здесь, например. На 50. Давайте до 50, наверное, сейчас опустимся сразу. Вот, и там уже будет 100% железа. Так. Сразу сейчас проставим. Так. Stairs down. Так. Так, сколько? Минус 20. Надеюсь, здесь не появится никакая нежить. Опрометчив, правда? Блин. Да блин! Так. До 50, наверное, опустим. Посмотрим. Да как? Да блин. А, стоп, я что-то здесь не могу, лол. Потому что я болван. Не, нифига, лол, что-то не могу здесь. Блин, что-то здесь, короче, есть. Что-то здесь есть. Так, по-моему... Воу. Мама мия. Ничего себе тут. Так, короче. Вот это опасно. Вот, наверное, тут остановимся. Так. Вот тут, наверное, остановимся, ну его нафиг. На 30, может быть, посмотрим, там что-то будет дальше внизу. Надеюсь, это работает, этот метод. По идее, должен. Да, нормально. Сейчас позырим. Что у нас здесь на 30-м тогда? Так, у нас получается вот этот конечный, здесь надо убирать все. Даже не думали. Блин, как же глубоко, а. Так, окей. Блин, мант так и нет, сама не алё. Куда манты-то нужны? Муфту. Короче, манты, походу, никуда не нужны. Надо отдельно для них это логово сделать. Хоть бы зарвали, что ли, я не знаю. Медведь, ладно. Так, сколько там тебе? 5? Отлично. Все суспендим. Так, окей. Так. А, у нас здесь есть. Тогда получается просто напросто. Делаем блейд трапы из... Купер и Купер. А, 3. 8. Вот так. Все, пускай фигарит. Знаешь, как можно сделать? О, боже мой. Ло, здесь приоритет нельзя сделать. Ла-ла-ла-ла. Неплохо. Давай суспендить. Приоритет нельзя сделать, окей. Так, это что, Урсула, что ли? А что она делает? Чё? Инженер может переплавлять слитки? Лол, что? Механизм бейс. Надо бы крафт ингредиент сна сделать, наверное.
Так, Купер механизм бейс. Здесь надо механизм бейс. То есть у нас, блин, почему не делать? Я не понимаю. Так, если... Чего? О. Блин, странно, она, короче, Суля, конечно, эту фигню убирать. Кто она там? Экс-фармер. Так, она у нас инженер. Ага, смелтинг, металлоркинг. Ну тебя нафиг. Вот ты геймкатер будешь. Вот, да, геймкатером надо сделать. Так, инженер, доктор, да, вот так. Механик, госпитал, тинкер, воркшоп. А, вот, наверное, приоритет, наверное, вот так сменить. И, по идее, должен сначала именно на воркшопе работать, а потом уже тинкерить, вот так. Так, сделаем, чтобы нормально было. По идее, должно быть. Да, норм. Так. Только теперь... Окей. Так, все отменено уже. Хорошо, хорошо. Так, что у нас тут? Как... Так, это что? Это уголь. О, Sandstone. Так, минус 17 у нас до... до 27, да, позырим. По-моему, на 25 появляется железо. Блин, честно сказать, не знаю. Но было бы неплохо вообще в железо уйти, потому что это намного проще, чем сначала переплавлять олово, а потом этот, блин, пипец. Вот в железо это хорошо было бы. Я еще с сталью, по-моему, 2 бронзы, я не помню. По-моему, что-то там стальную еще можно делать. Да, steel bar, это всего iron bar и coal. То есть прям можно уже в сталь идти. Это вот очень круто. Главное железо найти. Я вот железо, к сожалению, не помню, на какой у нас этой. На какой... как сказать, глубине? Глубине. Так, ну что там? Кто-нибудь идет, нет? Копать-то. Алло. Тот, короче, идет, непонятно. Блин, у нас Фиц уже... Смотрите, бегает с какой скоростью, офигеть. С одной ногой. Он только и делает, что бегает. Сколько у меня там бег-то уже? Атлетика. Фитнес 114. А хаулинг? 34. Ну, не то чтобы прям вообще. Ну, ладно. Ну, сейчас, по крайней мере, медных хотя бы наделаем, фиг с ним. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лучше через восемь-то, я думаю, пройду, так там мало не покажется уже, по идее. Через одну, может быть, пролетели. Возможно, реально, броня просто поглотила урон, и она немножко как бы, типа, поломалась, что ли, вот. Наверное, типа такого. Хотя это хреново, честно сказать. Лучше бы урон по телу бы наносило. Нежели так. Слушайте, у нас железо уже и дрен батон. Набрали, блин. Так, бар. Ну, 4. 7, то есть получается одну, в принципе, броню можем железную сделать. Но если мы сейчас докопаемся, ребятушки, до железа, то тогда лучше сразу в сталь. Сразу в сталь. Потому что, в принципе, сталь и железо только по количеству добываемости. Да блин, вот кто-то туда постоянно идет добывать, но не идет. Что за бред? У нас кто-нибудь вообще стак слакает? Ну, все спят, окей. Чисто слагает, окей. Так, вот походу побежал, да? Нет, нифига. Ой, я кого-то видал кого-то. Кто-то копает там. Хрен лысого, а только вот... Меня обманывают, падлы. Чё там такое? Чё там дес? Чё там монитор?
Ты умер, что ли? Что было? Блин, что-то написано. А, это изобрела. Наверное, тетка изобрела нашу Урсула. Нет. Короче, что-то было написано. Блин, я проворонил. А, во, The Mentor Lizard. А, понятно. О, Honey Badger has bled to death. Так, в смысле? Короче, ящерица умерла. А, это манты. Ребятушки, это манты приперлись. Стопудово. Блин, короче, манты приперлись. Потому что у нас... Так, ты-то куда? И побежал. Вот стопудово побежал за этими. Я запретить это никак не могу. Лол. Блин. Блин, что делать-то? Давай, наверное, тогда запретим пока. Что, скорее всего, там манты. Блин, хорошо посмотрел. Да, вот он. Вот так. И все равно побежал, да, вонючка? А если так? Обратно возьмет? Блин, ты, зараза, придется спендить. Ну так вот, потому что, скорее всего, там манты, ребятушки. Двое, тем более, умерло. Я не знаю, как они там. Может, входа не могут найти, хрен его знает. Но это опасно сейчас туда к трупам идти. Их, конечно, потом заберем, когда свет будет. Вот, но лучше встречать врагов, так сказать, у себя дома, блин. Чем там один сейчас пойдет шеф у нас там разбираться. Так, сколько у нас там? 4, сейчас будет светло, посмотрим, где они есть. Хани Баджер, я не знаю где, но вот ящерица где-то вот тут ползала. Блин, эти-то без атаки ведь нападают, по-моему. То есть надо будет за ними следить. Эти проклятые муравьи. Так, солнце. Давайте позырим, где эти сволочи. Где-то вот здесь были. Я более чем уверен, что у нас манты тут где-то ползают. А что такое? А, ты моя. Ну что такое посреди эти стоят? Так. Ага, вот он. Так, вот-вот-вот-вот-вот. Кровь. Ага. А, да когда Хани Баджер подрался, что ли, с Лизардом. Ядрен батон. Я-то думал. Ничего себе. Точно никаких мант нету. Фига, что-то не поделили. Два зверя. Хани Баджер, конечно, посерьезнее будет, но все-таки Лизард тоже. Хуже зверей нет, блин. Да, видимо, все-таки эпичная драка была этих двух остолопов. Ну ладно, в принципе, тогда пускай забирают. Все, иди забирай тогда, плевать. Тогда норм. Так, ну что там у нас по ловушкам? Что у нас по ловушкам? Купер Трап Бейс, 3 штучки есть. Хорошо. Воу-воу-воу-воу. Так, ребятушки, секундочку. Так. Сейчас эти все поставим, норм будет. Так. Трап бейс, нормально. Сколько у нас... Ой. А, мы 8 делали, да? У нас сделано 3. Что-то я где-то, видать, облашпендился. Ну ладно, в принципе, норм. Так. Так, что там Хани Баджер там у нас забрался? Товарищ тут убежал. Забрал его. Где он там? Ой-ой-ой, какие лаги. Не, нифига пока не забрал. Окей. Окей. Так. 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 У нас здесь еще, я забыл. Мы что-то делал, блин, вспоминаю. Так. Блин. Может, пройти сюда не могут? Как-то странно, да? По идее, должно быть. У кого-то что-то там появилось, что ли? Я не понимаю. Так, у нас где майнеры все? Алло, майнеры.
Сток, стокинг, стокинг. Билдеры, кстати, можно билдеров добавлять. Они и строят, и перетаскивают. Так, майнер. Диггинг. Алло. В смысле? Ой-ой-ой-ой-ой. А кто-то, по-моему, где-то застрял, да? Ай-яй-яй. Кто-то, по-моему, где-то застрял. Так. Чего? Вот он, короче, майнер. И типа он что, копает? Чего? Блин, слушайте, мы кирку случайно... кирку не переплавили хоть? О, ядрит, ван, ядрит. Так. А пикакс? Нет, на 6 штук. Странно, странно, странно. Я не знаю, что за фигня тогда такая. Блин, 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 блин. Так. Да где там есть-то? Главное, до сюда прокопали. Хм, странно. Ладно, давай здесь попробую копнуть. Как-то это все странно. Вот так вот попробуем. Хм. Слушайте, что за фигня? Так. Ничего нигде вроде не обвалилось. Норм. Так, что-то я не понимаю. Короче, что-то наши майнеры сломались, походу. Вот реально они тут вот чилят, стоят. Чего? Чего? Так. Что за фигня? Может они без света боятся там спускаться туда, блин, что-то типа такого? Так тут вроде норм. О, смотри, вообще от... А, это сама. Так, ладно, давай потихонечку тогда. Хрен его знает, что за фигня. Давай так. Лол. Вообще пофиг. А так? Так. Так, чуть непонятно, короче. Так, 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 так. Так. Что-то сломалось. Если так. Так, вот пошел тут копать. В общем, что-то странное творится в королевстве. Так, по пероле. Так, походу мы игру сломали. Ядрем батон. Не, ну, о, все, попер. Че было-то? Че за фигня? Короче, фигня какая-то непонятная. Во. В общем, на... А! Блин, я хрен узнат. Че-то, короче, странное. Может, мне реально надо какой-то... Офигеть. Ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Так, давай тогда сейчас тут еще. Сейчас, может, дальше продолжат.
Не, вот сейчас нормально. Короче, не знаю, что-то залагало, видимо. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Ну, пока вроде норм. Пока вроде норм. Ладно, ребятушки, что-то заигрались, да? Заигрались немножечко. Давайте тогда в следующей серии эти раскопки продолжим. Вот, а сейчас пока прекратим. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всего вам доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.